Как-то раз своего котяру забыл в шкафу, в прятки играли. Ты когда вспомнил про него, открыли шкаф, он таких пиздов не вставил, что я в комнату свою с ним закрыл и боялся 2 часа подходить к нему. У меня первая кошка была супер-супер злая. Мы ее купили, она была настоящая сиамка, мы купили ее на выставке кошек. Вообще такое импульсивное, типа мы пошли на кошку, купили там кошку, представляете? Не знаю, как это работает, но в общем... И она была такая злючайшая кошара, особенно... Ну, я такая вечно любила помучить животных в плане потискать их там, что-то это, поиграться, в общем. И, короче, как она меня ебошила, вот по-другому не сказать. У нас была двухъярусная кровать, она меня даже на второй ярус не пускала. Мама приходила, вот так ее гладила, а я не там, где лестница залезала, а вот так через... На стол становилась, запрыгивала туда и ложилась вот так лежала. Типа она у меня в голове на подушке просто все время лежала, спала. Вот. И, короче, это такой пипец, это такой вообще ужас. Она такая какашка была злая. Ну, там не через перила, а типа так, знаешь, там как бы есть вход с одной стороны и лестницу можно с другой стороны поставить. Но у нас она стояла именно с этой. Вот. И, короче, вообще, и она мне... И она мне и на лице шрам вот тут оставила. И она мне, короче, типа на следующий день ехать в Болгарию отдыхать, лететь. Она, короче, я с ней игралась, она мне вцепилась вот сюда, вот в это вот место, вот сюда, вот здесь, видите, вот это мягкое, типа, где. Она, короче, мне там так вцепилась, она начала вот так кусать, как лев, они же перегрызают сухожилия. У диких кошек у них же там еще типа содержится, ну не яд, а как вот, ну бактерии, короче, которые там отравляют и все такое. Не поняла. Мужчина, блин, так не вовремя. Вот, и она, короче, начала вот так мне накусывать, 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 и я чувствую, что у меня все немеет, типа отказывает палец. Блин, я что не... Хотел сказать, я что опять не взяла эти маячки, что ли? Ну так вот, короче, и она мне, я чувствую, что мне все вырубается палец, я, короче, испугалась, я взяла и просто вот так вот, я не могла ее отцепить, и единственное, что я могла сделать, я просто ей вот так по носу, типа, щелкнула, ну то есть я где-то то ли слышала, то ли что, типа, что у кошек, типа, нос чувствителен, и она мне настолько вот так нагрызала в эти 4 дырочки, ну типа 4 клыка, и она прям вот так начинала вот на эту вот, тут такое сухожилие проходит, знаете, вот, ну или мышца, как это называется, которая большой палец вот тут вот, вот, двигает. И, короче, в общем, она меня отпустила. Веном, спасибо большое за фоллоу. Виним, Веном, а, короче, у меня вот так распух палец большой, вот так вот. Вот так он не сгибался даже, потому что вот это все, вот так все опухло. Мы побежали быстро в какой-то травмпункт, и там дядька такой говорит: ну, 50 на 50, либо отрежем, либо останется. Я говорю, ну, я мелкая, конечно, была, я, конечно, так не могла сказать, но по сути, блядь, заебись, все в жизни 50 на 50. Вот либо умрешь, либо не умрешь, либо выиграешь, либо не выиграешь, либо сдашь, либо не сдашь. И типа говорю, нормальная аналитика. И он такой: ну, что делать? Ну, типа, делайте эти самые, как их, спиртовые компрессы. В общем, короче, полетела я в Болгарию, в итоге я вот так вот с пакетом и со спиртовым, знаете, плавала, короче, в басике, вот так вот, тамзап. Ну, короче, вы поняли. Вот, это был такой вообще, то есть, ну, а меня на самом деле всегда вот, типа, ну, у меня был еще такой дикий кот, такой огромный дворовый в Евпатории, знаете, частный сектор, там снимаешь такие домики. Ну, не домики, а, ну, как вот, просто у людей снимаешь жилье, да, мы поехали отдыхать, тоже мелкая была. Там во дворе жил огромнейший, просто, блядь, как тумбочка, рыжий кот. Ну, Наташа же кошачья мамка. Я попёрла этого кота гладить. Буквально за 3 дня до отъезда в Москву. Что за прикол был? Музычка, ну ты чего? Растерялся паренек.
опачки! Ой, маску, здорово, привет, спасибо за фоллоу. Чувачок, что ты тут растерялся? Жалко, у меня задания нет на убивать после... Короче, в общем, этот кот, жирный, рыжий, твар, точнее, я твар, полезла его гладить, и полезла гладить вот так, знаете, снизу вот так под пузо. Этот упырь как куснул меня вот сюда перед локтем с внутренней стороны. Где еще одна маршрутка? Сейчас вспомню. Там. Я не помню, прикиньте. А, она туда, по-моему, стоит. Сейчас проверю на всякий случай, потому что я не... Да, блин. Короче, он меня так куснул. А кот-то дворовый, знаете, он там мышей ловит, все дела. Ну, то у него точно вот эта ядовитая херня там, типа, была. Ну, не ядовитая, ну, поняли, да? Вот. И, короче, мы поехали опять в какой-то травмпункт. Ну, нам говорят, ну, мы не будем вам колоть там от столбняка. Вот эти, говорит, позвоните, говорит, через неделю. Ну, там обработали просто. Позвоните, говорит, через неделю хозяевам. Спросите, типа, если кот умер, то начинайте делать эти самые... Она? Да. Начинайте, короче, делать от... От столбняка, в общем, укола. Ну, в общем, я как всегда, знаете, я вечно все... Ой, мой кот не любил, когда я его за таз трогал, типа возле зада, и злился, заметил, когда гладил его. Ну, кошки многие либо наоборот как бы реагируют там, где хвост, вот они типа, ну, у них там какая-то зона такая. То ли раздражительная, то ли какая-то, ну, в общем. Короче, в общем, я в детстве была вообще люто проблемная в этом плане. Я всегда там каким-то лишаем от собаки заражусь. Я же вечно всех трогала, там, знаете, вот это... Всех, все мне нравятся, всех люблю, всех домой хочу принести. Вот. И, короче, то на какие-нибудь стекляшки наступлю, то еще. Я такая, короче, дрянная была в этом плане. Несчастливая. Все эти собирала. Вот. Так что я, короче, тот еще. Ну, пацанка, да, типа, мы с пацанами все время тут тусовались, типа, там ходили. Мы играли в ножички, там, в квадрат, вот такой вот, монетки, вот эта вся, вот эта мужская, типа, тусовочка. Вот. Казаки-разбойники, вот, прятки, все, что вот вообще вот там упасть, блин, разбиться, не знаю, там, с дерева упасть. Ну, короче, это вообще вот все было нормально такое. Для меня это вот мы с пацанами вообще. Стрелялки палками. Ну, там не палками было, там было... Не, футбол, баскетбол не играла. Ну, мы из таких вот спортивных игр, наверное, только... Тогда на тот момент, типа, вышибала было. Ну, так, типа, мечом там вот это шарахают. Блять, как я боялась этого мяча, если честно. Вообще ненавидела эту игру, но все равно играла. А я куда вообще иду? Я... Пойду-ка я попробую на ТЭЦ на платке выйти. Что-то мне идти туда на железную дорогу вообще не хочется. Догони меня, кирпич, нет, такой не играла. У меня была странная ситуация, когда кусочком кирпича девочке голову случайно разбила. Но это было мега случайно, потому что она типа на меня обиделась, начала кидать в меня какие-то камешки. Я взяла, короче, тоже, вот, знаете, такой рыхленький кусочек кирпичика. Такой, знаете, рыжий. Ну, он, блин, так он даже легкий, блин, он как мелок. Я, короче, кинула, и рандомно ей попала вот сюда. Бля,
А ее, короче, после этого мама купать повела. А у нее мама была просто гроза двора. Ее боялись, ну, все просто. И, короче, мне прибегают какие-то дети там и говорят: Наташа, Наташа, тебя мама Таня ищет, ты ей голову разбила до крови. Я что, блядь? Какая голова, какая кровь, что случилось? Мы с ней причем помирились, разошлись, ничего у нее не болело. Ну, там, видимо, я что-то это и чуть-чуть как бы ранка. Господи, я вообще легла на лавку, начала плакать, что у меня сейчас, типа, все пиздец мне, короче. В итоге все, короче, обошлось. Моя бабушка порешала там вопросик. Но это вообще, конечно, было стрёмно. Это было очень стрёмно.